Великое сожаление, что не поможет. Потому что в Китае убивают, казнят людей, которые воруют государственные средства. И не помогает. И периодически раз примерно в 3 месяца человек по 20-30 казнят. Поэтому думаю, что нет, но любой способ борьбы с этим должен быть. И, к сожалению, печальные примеры, которые у нас не одинаковый подход к людям, которые разворовывают бюджетные средства, это больше всего раздражает и возмущает. А именно определенный круг типа, абсолютно ясно, людей, которые совершенно четко занимались этим. Это, так сказать, бывший министр обороны, например, или министр сельского хозяйства. Это все элементарно понятно. И еще масса примеров, о которых они почему-то на свободе, они на каких-то под очень скромными этими самыми домашними арестами, и то, скорее всего, все развалится. Мы все понимаем, поэтому я считаю, что это вот это помогло бы. Жесткое отношение ко всем, одинаковое, правильное отношение к тому, что человек, который залез в казну, он должен быть наказан. Вот это самое главное. Все одинаково. Мы должны быть равны. Они по Оруэллу все равны, но некоторые равнее. Вот я не хочу, чтобы кто-то был равнее. Должны отвечать всем.